Привет, друзья! Вы на канале Алга Петербург. Голос за кадром Саша Карельский. И у меня для вас сразу две супер новости. Важное событие произошло 17 ноября в Китае. Димаш принял участие в церемонии China's Top 10 Awards в Шанхае. Судя по снимкам мероприятия, выглядел он очень эффектно. Будьте уверены, что так же и спел. К сожалению, кроме фото, никаких материалов с этой вечеринки больше нет. Надеюсь, скоро мы узнаем все подробности. Также скоро мы увидим главное шоу ноября – Shine Super Brothers. Димаш вместе с братьями будет гоняться за светом, а мы будем внимательно за этим следить. Среди членов жюри только женщины, а испытания для артистов самые невероятные. В интернете можно посмотреть релиз главной музыкальной темы шоу-проекта, где Димаш внес свою неоценимую лепту. Алга.